Совсем скоро стартует UFL, новый для нас формат, новый чемпионат. Мы наконец-то играем по системе, как большая команда, с выездами, с какими-то с новыми соперниками. Расскажите о готовности наших футболистов к этому соревнованию. Планово готовимся, играем товарищеские игры. Вот выезжаем в воскресенье на контрольную игру с командой Кемерово. Не сказать, что уже на 100% готовы ребята, но мы стараемся подготовиться. Надеюсь, что и будет все получаться. Четыре новых команды, которые добавились к нам. Мы никогда не имели опыт с ними игры. А насколько они будут крепкими орешками, насколько они для вас команды загадки? Ну, думаю, что не загадки. Теперь в интернете все можно посмотреть, все увидеть. Вот. Для нас это будет только лучше, если они будут очень хорошие, сильные, и мы от этого получим. В первую же очередь учебный процесс. И если мы чему-то новому научимся у них, или покажем свое мастерство в игре с ними, ну, от этого и будет все. Какие плюсы очевидные вы видите от участия нашей команды в UFL, юношеской футбольной лиге? В первую очередь это продолжительный, длинный турнир, совсем по другой схеме. Раньше был, мы играли за 6 дней, 5 игр. Ну, за такой короткий период времени сложно что-то показать. А здесь полноценная подготовка к каждой игре, недельный цикл. Поэтому этот турнир только в пользу пойдет. Значит, такой большой проект, и надеюсь, мы удачно в нем выступим.